Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 5. Мы уже дошли до седьмого с вами задания, которое называется Объединенный Форт. Ну давайте посмотрим, что будет ждать нас там. Благо Неро вернулся, и теперь геймплей должен быть веселым. Погнали! So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on. I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? Цензура, мать ее! Что за дела-то етить-колотить? Предлагают выбрать Ви или Неро, но вопрос, конечно же, глупый, мне кажется. Конечно же, Ви, я шучу, Неро. Классика, погнали. Благо, хоть предложили выбор. Персонализация, конечно же, и нам что нужно? Надо купить парочку, я думаю, протезов. Чё-то новенькое? Ну давай. Ну давай, давай, ковбой, ёп. Перный театр. Это серьезно, судя по всему. И рэг-тайм. Надо попробовать. Бичи дьявола, смотрите, новая херня. Что она делает? Ковбой обладает наибольшей дальностью. Металлический кнут позволяет наносить удары издалека и притягивать врагов. Хорошо. Рэг-тайм. Бич дьявола, управляющий временем. Создает особое поле, замедляющее объекты в зоне действия. Прикольно. Ну, постой. Купить партию. Все бичи дьявола. За 10 тысяч предлагают купить. Понятно. Давай купим еще, знаете что? Нужна гербера. Одна. И, наверное, все. Снаряжение. Поехали. Попробуем новые тогда клешни, да? Начнем с вот этой. Эта штука замедляет время. Нет, погоди. Давай лучше потом. Сначала вот это. Потом, наверное, давай сюда вот эту штуку. Потом вот сюда у нас идет прелюдия, полезная хреновина. И кавардак последняя. Теперь навыки. Что у нас по навыкам? Перескок 2, не надо нам такое. Тут пока ни хрена, синяя роза нет. Здесь, может, что найду. Смотри, комбо Алой Королевы Д. Ну, такая себе хрень, перетасовка. Не хочу. Акселератор 3, во. Вот это хочу. Угу, ну все, отправляемся, я думаю. И мне сказали, получается, в ролях указаны это те, кто тоже вместе со мной проходит эту миссию прямо в онлайне, я так понял. Такие вот пироги. Красота. Погнали.
Там у нас получается зеленая сфера, секундочку. Потише сделаю, что-то я слишком громко звук поставил. Вон, получается, видите, с той стороны бежит персонаж, но, скорее всего, это NPC. Чё-то знакомые твари. Жестокий инстинкт, Rush. Мне почему-то кажется, что это враг, ну, будет полная копия, помните, той твари из леса. Из четвертой части. Ух ты, нифига себе, видали? А ну-ка сюда иди. Попало, зараза. Это что такое? А, я замедлил время. Я, получается, сломал эту херню. Красотень. Идем дальше. Здесь пока ничего не видать. С этой стороны пусто. Давайте наверх тогда. Опять что ли? Судя по звуку, да. А, блин, отпустил зря. Постой, а что у нас? А, вот там золотая сфера. Да подожди ты, етить колотить. Да чтоб тебя, сука. Да етить колотить. Чё-то я прям пропускаю, да хрена. Давай наверх. Да что такое? Не, штука полезная, конечно, очень полезная. Интересно, как она на боссах работает. Я думаю, что там эффект порежут как-то, а то это прям совсем имба, мне кажется, будет. Золотая сфера, все здорово, замечательно, у меня их уже до хрена. Опять же, за вход дали еще одну. Говорят, что на уровнях сложности, на уровне сложности выше, там, чаще их использовать буду, но фиг знает. Это зависит все-таки в первую очередь, мне кажется, от навыка. Иди к папке. Ни хрена не вижу камеры. Это можно разрубить, правильно? Отходим, отходим. А, получается, эта хрень рожает вот таких вот врагов. Все, сломал. Ну, интересно, интересно, ребята. Давайте дальше. Это мы вот используем для восстановления ХП. Пока, ага. Кто еще хочет пиздюлей? У меня есть они. А, вот и пошли эти самые враги. Красота. Бах. Ага, понял тебя, эта хрень рожает таких врагов. Yeah.
Есть. Все, красотень, теперь можно их добивать. Слишком много объектов наставлено на самом деле на уровне. И проблема в том, что они перекрывают взор. Понятное дело, что есть такая штука, как просвет через объекты, но это такое себе, знаете. Но на боссах камера пока что у меня не вызывала никаких проблем ни разу. Вот это круто, конечно. Готовы. Если бы не пропустил, было бы красиво, конечно. Я, по-моему, Неру еще 3S ни разу не набивал. 2S было такое дело, а вот 3S что-то не получалось. Надо исправляться. О, что-то не так, что-то не так. Рэг-тайм очередной. Можно его даже сломать будет, посмотреть, что получится. Сейчас мы усилим эффект. Смотрите. Красота. Получается, время останавливается вообще везде. Готово? Это что за херня? Понял тебя. Есть. Лепота. Это дело мы все забираем. Тут вроде как все. Нет, постой, а куда идти? Чё-то я потерялся. Вот, эту херню тоже забираем. Ну, по-любому же в эту сторону. Вот сюда, вижу. Только нужно будет сейчас обратно еще вернуться. Мне кажется, там откроются новые проходы. И, возможно, за ними мы сможем найти какие-нибудь плюхи прикольные. Пошли вот сюда. Ничего не открылось? Нет, по-прежнему вот эти вот корни. По-прежнему эти корни здесь есть. Ладно. Там, по-моему, Ви, да? Развлекается по полной, я слышу. Чё там? Пивко рекламируют. Ни хрена не вижу, что-то камера подводит. Подходим. Вау. Черт, за сука нацепил. Да ну ты брось, блин, за что вы так со мной, ребята? Что-то камера, мне кажется, немножко начала подводить. До этого таких проблем не было. Все, ну херовый ранг, херовый, очень плохой. Комбинация что-то почему-то не получается нормально сделать. Руки меня не слушаются. Давай дальше тогда. Сейчас надо, ребята, разогреваться. Не всегда получается просто это сделать перед записью. К величайшему сожалению. Угу, понял тебя. Погнали, только сначала свернем направо. А, стоп, я отсюда пришел. Понял. Okay. Guess I'm going down. Максимально быстро спустились. Смотри, вон с той стороны еще какая херня. И еще, слушайте, в комментариях мне написали-то. Помните тему-то с 3 миллионами? Навык стоит который. Получается, у каждого же персонажа есть по навык по 3 миллиона. Это получается 9 миллионов нужно собрать, чтобы выкупить все эти 3 навыка. Это будет очень долгий гринд.
Мне даже что-то интересно стало. Потом, может быть, покажу, если опять же получится. Что же там такое за 3 миллиона? Сам пока не смотрю, не хочу интригу себя рушить. Ага, дали аптечку, не просто так. Скорее всего, будет сложный момент. Ну, погнали. Красота, иди сюда. Пошла жаришка. Да, конечно, двойной прыжок спасает просто. Там какая-то здоровая хрень у меня за спиной. Иногда я благодарен камере за то, что она не все показывает. А, понятно. Давай сюда. Бум! Давай зарядим, наверное, и развлечемся по полной. Ну, суки, подходите, подходите, подходите. Готов, следующий. Стоп. Упал, сучонок. Прекрасно было, прекрасно. Но ран, конечно, все равно дерьмо. Комбинации, опять же, не получались нормальные. Хотя урона я вроде не получил за всю схватку, но все равно некрасиво, как-то некрасиво. Надо немножечко, ребята, все-таки тренироваться. Потому что боевочка все-таки, мне кажется, немножко отличается. Комбинации вроде похожи все. Вот, но почему-то как-то вот не получается. Вот в DMC4 как-то я куда бодрее играю. Все же. Уже. Выше балла. Круто. Нам, по идее, сейчас наверх. О, понял тебя. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, блин. А, да черт тебя дери. Забираем это все. Пойдем, наверное, мелочь раскидаем. Чисто ради рейтинга. Аккуратно. Сломал. Сломал. Ух, это было прикольно. О, черт, 2С, ребят, это класс. Это шикарная рука, но в чем ее проблема? Она не на всех работает. Не на всех работает, к сожалению. Yeah.
Есть, сломал одну херню. Давай дальше. Теперь вы, сукины дети. Да, да, даже та же самая анимация. Только эти твари без щитов, что не может меня не радовать. Надеюсь, там не появятся щитами. Полетай! Красота, 2С. Поперло, ребята, поперло, кажись. Вышибало, выручает. На эсочке стал бить. Там пропустил немножко, забираем. 19 тысяч уже накопил. Этого, конечно, очень мало на самом деле. Что у нас тутучки? Еще аптечка, тут вроде пусто. Давай, наверное, вот сюда. Все же вроде собрал, правильно? Вот здесь ничего. И с этой стороны тоже можно. Я так понимаю, там с двух сторон просто можно подняться. Давай-ка мы сейчас посмотрим, что у нас с той стороны имеется. Просто ради интереса. Но мне кажется, очередной подъем просто. А, нет, нифига, здесь были сферы. Хорошо, что я проверил. Смотрим. Вот то самое гигантское дерево. Напоминает сейчас картина, знаете, пейзаж напоминает... скажите вам, скажу вам. Прям The Evil Within 2, да? Прям вообще, мне кажется, один в один. И напоминает еще DMC, который был от Ninja серии. Теперь ты, друг мой. Также мне написали, если недостаточно быстро бить, то вот это вот, скажем, дерево кристальное может затвердеть, и тогда я потеряю, опять же, орбы. Поэтому нужно комбинации лучше здесь выбивать. Ага, интересно, давайте сюда. Не, ну вид, конечно, очень красивая игра, безумно красивая. Действительно, это одна из самых красивых игр, однозначно. Сейчас будет босс, скорее всего, какой-то. Потому что арена большая. Расколотый командир прото-Анджела. Солдат темного рыцаря, скуда Анджела. Вау. Охренеть. Охренеть, в движущемся здании мы будем сражаться. Это круто. Полетели, дружочек. Бабах! Хорошо. Сейчас накопим, ребята, 3 и атакуем. Эсочка опять.
Да, мне нравится вышибала однозначно. Теперь это одна из моих любимых рук. Бабах! Что-то там все ломается, нужно, наверное, поскорее работать. Иначе это все плохо кончится. Давай, давай, ломай его полностью. Хорошо, теперь остался только ты, сучонок. Бабах! Положил на лопатки, сука, такую. А, еще идут, они походу... А, нет, это последний. Ох, С, снова С. Это вот противник очень сильно напоминает Вергилия из первой части. Только он там назывался, как его, господи, Нелло Анджело, по-моему, если я ничего не путаю в первой части. Упал, сука, отжался. Красота, победа за мной. Took us long enough to get here. Tired already? I just remembered something. This town was attacked once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? Очередная миссия завершена. Какой ранг? Наверное, хреновый какой-нибудь. А? Без повторов. 5... С, ребята, С. Ну, красота, что я могу сказать. 24 тысячи еще дали. Итого у меня есть 56 кусков теперь. Ну, погнали дальше, конечно же. Вторая миссия. Владыка демонов. Следующее задание называется... Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Yeah. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Oh my god. Конечно, классика. Но все равно как-нибудь переоденемся ради интереса. Персонализация. Что-нибудь качнем давайте. Начнем, наверное, со способностей. Что прикольного есть? Захват тросом 3, 40 кусков. Типа с дальнего расстояния прям подтягивать прыжок от врага.
Ага, можно типа скакать по головам. Требуется больше сфер. Увеличивает радиус сбора сфер и акс провокация. Та же самая история. Синяя роза. Получается новые краски. Самое мощное улучшение для новых красок. Наделяющая особые пули взрывной силы. Удерживайте X, чтобы заполнить шкалу пуль и осуществить 3 выстрела, когда она заполнится. Ну давайте. Давайте, это интересно. Если дамаг будет такой же, как и в четвертой части, то это, короче, ребята, то это имба. Что-нибудь еще есть? Алая королева, может быть, комбо Д, перетасовка. Нет, не хочу, плохой вариант. Быстрый удар по уязвимой точке врага. Во время действия приема вражеский удар не наносит урона. Находясь на земле, нажмите «Отпустите». Ага. Получается просто нажать «Отпустить», да? Ну давайте. Видимо, эта штука классная, раз она стоит столько денег. Бичи дьявола. Давай-ка прелюдию купим. И снаряжение, конечно же, мы тоже сейчас сменим. Я предлагаю прелюдию поставить вот сюда. Сейчас, секунду. Вот это сюда. Потом сюда давайте герберу фиганем. И напоследок кавардак. Теперь можно смело отправляться на задание. Ever an option. Yeah. Time for some payback. Ну, пошли. All right. Just you wait, you big bastard. I'll drag you all the way down here. What the hell? This is bad. Проверим оружие. Чего-то пока не увидел разницы. Что-то еще впереди меня ждет. Здоровье появилось, да, вижу. Проверим новый удар. Подожди, как это работает? А, вот, да? Ну-ка, подожди. Все, понял. Просто нужно держать Y. Для того, чтобы это сработало. Пошла жаришка. Ну, погнали развлекаться. Полетай, дружок. Ох, черт, сука, задел. Всю малину обгадили. Ну что за люди? Бум! Полетай, дружок. Ууу, красота. Мне это нравится. Не могу остановиться. Эта рука прям реально очень похожа как раз таки на оригинальную. Которая была в DMC 4. Тут что-то я ничего не вижу стоять. Нет, нигде ничего вроде не упускаю. Какая-то странная хрень. Какая-то кишка, что ли? Предлагают, по всей видимости, наверх. Ну ты погоди. Постой. Можно зацепиться как-нибудь? Там что-то просто блестело. Ну ладно.
Предлагают с помощью герберы проходить, но я думаю, мы так справимся, правильно? Пока можно эту херню зарядить, кстати. Все норм. А, понял. Нужно сначала прострелить. Да что ж ты будешь делать? Че, не могу теперь подняться, что ли? Зараза, давай еще раз. Эх, хотел читернуть. Не получается. Постой. Как это проходится тогда? Не получается. Вот так. Здорово. Не, прикольная, кстати, механика. Ее немножко модифицировали. Вниз. Все. Вот мне еще вот эта вот атака нравится очень. Когда подлетаешь и вот так пшик. Шикарно просто. Особенно по вот таким врагам хорошо заходит. Это что такое? Видимо, сюда нужно зайти. Эти потоки струятся через весь клепот, перенося кровь, собранную в мире людей. Поддайтесь течению, чтобы попасть вглубь дерева. Но помните, что пути обратно не будет. Я тебя понял. Вопросов нет. Здесь у нас ковбой, но пока пускай он там остается. А, весь в говне теперь. Тут все вроде. Пока никаких синих сфер и фиолетовых уж точно не вижу. Мечом не бью, потому что он зарядил его. Не вижу смысла сбивать зарядку. Ага, конечно же. Бабах! Все, иди в жопу. Надо сменить руку для разнообразия. Иди сюда. Ну чё, подходишь? Давай, подходи, подходи, подходи. Все, норм. Тихо. Используем сейчас гербера. Бах. Все, готов. Уничтожил почти все руки. Последний уничтожил тупо, чтобы не получить дамаг. Мне кажется, я зря это сделал. Можно было и, ну, избежать его и без уничтожения руки. Все-таки. А, ну тут как раз-таки убойную штучку дали. Давайте повеселимся с ней. Давно я так ее не использовал.
А как вот на ней летать? Не совсем понимаю. Странная хрень. Ладно, потом разберемся. Тут вроде никого не вижу. Постой. Сюда нам предлагают? Нет. И не сюда. Я слегка потерялся. Оттуда я пришел. Значит, мне... А, вот сюда, наверное, да? Нет, стоп. Ну ладно, пошли в эту сторону. Не совсем понимаю, чего от меня хотят. Зачем я тогда сюда спускался? А, я поднялся наверх опять. Вот так нужно было, понял тебя. Все, успел. Видели, оно начало чернеть, это древо. Вот, короче, если полностью почернеет, то фигово все это кончится. Ну конечно же, а что было иначе, Неро? Ты такие глупые вопросы иногда задаешь. Ага, большая арена. Значит, сейчас будут враги. Или босс. Хитрый певчий, Бафомет. Слава богу, что не помет. Красота. Готов. Что-то какой-то легкий совсем. Сейчас, видимо, их будет куча, тогда будет нифига не весело. До свидания. Следующий. Бей вниз, блин. Ах. Стоп, стоп, стоп. Готов. Ну что ты на изях? Я так и не понял, какая у них там суперспособность. Кроме того, чтобы летать и ничего не делать. Кстати, бои пошли прям часто, и мне это нравится. Прям реально исправляются ребята. Прям на ходу. Заглаживают свою вину за геймплей Ви. В какую-то жопу эти сразу... Стоять! Хитро, хитро. Хрен поспоришь. Ну, заходим, заходим. О, ребята, это старая статуя. Используйте божественные статуи, чтобы обменять красные сферы на навыки и предметы. Это, видимо, потому, что сюда не может заехать Нико. И нам предлагают использовать старые сферы. Черт, это же круто. Это же капец как круто. Как в старые добрые времена. Даже анимировали как-то иначе. Прикольно. Акселератор. Давай, может быть, дробильщик плюс 2 прокачаем. Можно еще одну руку будет сейчас взять. Больше ничего покупать не намерен. Давай снаряжение немножко подтянем. Смотри, эту херню можно сюда. Бичи дьявола. Давай, наверное, какой-нибудь прикольный. Ковбой. Ковбой обладает наибольшей дальностью. Металлический кнут позволяет наносить удары издалека и притягивать врагов. Давайте, пускай будет.
изменить и добавим эту хрень сюда. Все остальное сбережем. Нам еще просто данты качать, а когда он появится, хрен его знает. Надеюсь, уже скоро. Опять же, это все не просто так. Дают и аптечку, и прокачаться. Скорее всего, будет босс, правильно? Что-то странное, какая-то хрень, заметили? А куда дальше-то идти? Не совсем понимаю. А, вот туда, все, вижу. Шесть какая-то. Это я не знаю, что это за дерево такое, но оно какое-то ненормальное. Кто-то наверху. А, черт. Полетай пока, дружище. Сейчас я разберусь с этим козлом. Так, подходи, не ленись. О, подожди, стой, стой, стой. Тут надо быстрее, мне кажется, потому что что-то там отваливается. Все нахрен. О, черт. Что-то пошло не так. Так, подходим, ребятки, давайте. Хорошо. А, понятно, кто здесь. Ну давай развлечемся по полной с тобой, да, сучонок? В космос нахер. Вау, тихонечко, дружочек, расслабь булочки. О, черт, попал, скотина. Так бы мог без дамага пройти. Все, готов. Ну, неплохо в целом было, неплохо же, ребята. Боевка что-то мне здесь безумно нравится, я вот не знаю. Поначалу реально были серьезные сомнения. Но теперь они просто отпали. Это прекрасно, это просто прекрасно. Это может быть, если не лучший слэшер, то, по крайней мере, один из лучших. Опять же, я еще до конца не разобрался. Возможно, все-таки это лучше, чем DMC4. Возможно, это и правда лучше, чем DMC4. Мне интересно, у Данте будет игра со стилями, как и в четвертой части. Было бы прикольно. Давай-ка, знаешь, что мы сделаем? Вот эту штуку возьмем. И пошли опять в какую-то жопу. Сзади. Ну хотя бы Гербера. Хоть что-то. На безрыбье рак рыба, как говорится. О, пошла жара. Сейчас разгонюсь немножко. Подходим.
Да сука, ты сдохнешь или нет? Что такое? Все. Погоди, давай сейчас еще здесь кружочек сделаем. Я пришел оттуда, там все собрал. Значит, остается только вперед идти. Но у меня только Гербера. С ней толком нормальных приемов не поделаешь. Надо... Она хороша для уворотов. Ну и все. А, черт, упустил момент. Вот сюда наверх, вот так. Ждем возможности подходящей. Не, здесь, по крайней мере, платформинг уж точно лучше, чем в четвертом Devil May Cry. Там порой из-за кривой камеры невозможно было нормально... Ну, как возможно, просто очень сложно было пропрыгать до того места, которое тебе было нужно. И это жутко раздражало, на самом деле. Еще одна золотая сфера. Это, конечно, не может не радовать, но... Нам сюда. Там еще были ребята-орбы. Смогу я отсюда их собрать? По всей видимости, нет. Не, ну я, конечно, могу прыгнуть вниз, но стоит ли оно того? Конечно, стоит. Что за дурацкие вопросы? Ждем еще раз, сейчас будем подниматься. Жадность, жадность. Не, просто опять же, по-моему, за орбы, за количество орбов тоже дают рейтинг, поэтому... Если есть возможность, лучше не упускать. И вон очередная такая хреновина. Но путь будет сейчас перекрыт. 100%. А нет, удивительно. Я удивлен. Я поражен. Я поражен. О, понятно. Это все вроде, да? А, нет, стоп, смотрите. Синяя сфера появилась. Класс. Опять весь в говне, да что ж такое? Мы опять пришли, я так понимаю, что мы вернулись прямо в центр опять? Чё-то я уже боюсь представить, откуда появится Ника, но я проверю. Think you can make it all the way here? Duh. Who do you think you're talking to? Обычно забавно. Но в этот раз пришлось ждать очень долго, по всей видимости. Ладно, давайте смотреть, что можно прокачать. Какие-нибудь навыки, наверное, я предлагаю. А, перескок 2. Так, это все фигня. Подожди, снаряжение, снаряжение. У меня только кроме Гербера ничего нет. Прелюдия сразу. Давай одну штуку. А, потом, наверное, давай... Оторву попробуем нормально использовать. Не на, ну, как вот, а то у меня что-то в прошлый раз не получилось. Рэгтайм. Тоже хорошая штука. Давай, погнали. Это сюда. Это сюда. И это вот сюда. Нет, погоди. Как... А, навыки. Ладно, я поберегу еще пока что орбы, ребята. Пошли. Блин, забыл переключить Герберу. Черт, ну блин. Не хочу ее ломать, ладно, пока с ней побегаем.
Да что ты будешь делать? Ты еще жива, что ли? Забираем. И нам предлагают прыгать, что ли? Ну, давайте. Да, это, похоже, самое начало. Самое вот именно, вот прям самое, что не есть начало. Мы вернулись прямо опять, откуда все началось. Я бы на самом деле не торопился бы, Неро. Я что-то думаю, что опять это все чем-то нехорошим кончится для тебя. И для всех вообще, в принципе. Эй, душбаг! Miss me? Where's Dante? No body? Dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much. Because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you dead weight. Ну давай веселиться. Но мне кажется, я сейчас пиздюлей опять отхвачу от нее. Сука вонючая. Опа! Что-то пошло не так. Да сука, замедляет меня, я не могу ничему сделать. Сука. Как же тебя одолеть, подлюка ты такая? Та штука ломается, смотрите, у нее есть здоровье. Сука, отходим. Зацепил. Ах, блин. Чё-то тяжко. Блин. Я так понимаю, что здоровье на самом деле вот там пока что. Убить-то мы его не убьем, это точно. Но, по крайней мере, немножко покромсаем. Половина осталась у него, а у меня совсем немного. Уже почти все снял. Давай, давай, давай. Бум! Отходим, отходим, отходим срочно. Давай замедление времени. Сломал, есть! Being born.
human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Чё-то жесть вообще. Не-не-не-не. Аптечку дали, хорошо. Опять, да что ты будешь делать? Нет, вообще нереально. Сука, убьет меня сейчас. Не, рука говно, против босса не работает. Там вон еще есть аптечка, пошли. Ну хоть немного. Черт, а сколько нужно продержаться? Мне кажется, победить нереально. Ну, по крайней мере, на НГ. Просто на НГ. Все, покойник. Охренеть. Мне кажется, это был Данте, ёптыть. Это по-любому он. Короче, ладно, это мы, ребята, узнаем уже в следующей серии, но это было просто охерительно. Просто охерительно, ребята. Короче, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции, на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляций, если вы их пропустили. На сегодня все, всем спасибо, всем пока.